Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня будем рассматривать узор, который подойдет для летнего джемпера. Узор простой, вяжется быстро и легко. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 7 петель на 4 ряда. Для примера нам надо набрать 30 воздушных петель. Первую петлю мы не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 30. Набрали 30 воздушных петель. Держим петельку. Набираем одну петлю подъема. И в ту петлю, которую держали, провязываем столбик без накида. 1. Это и есть начало первого ряда. Одна воздушная петля, пропускаем одну петлю внизу, заходим во вторую и провязываем столбик без накида. 1. Теперь мы набираем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Пропускаем 3 петли внизу, заходим в четвертую и провязываем столбик без накида. 1. Провязали. 3 воздушные петли. Пропускаем 2 петли внизу. Заходим в третью и привязываемся столбиком без накида. 5 воздушных петель. Пропускаем 3 петли внизу. Заходим в четвертую и привязываемся столбиком без накида. 3 воздушные петли. Пропускаем 2 петли внизу. Заходим в третью и привязываемся столбиком без накида. 5 воздушных петель. Пропускаем 3 петли внизу. Заходим в четвертую и привязываемся столбиком без накида. 3 воздушные петли. Пропускаем 2 петли внизу. Заходим в третью и привязываемся столбиком без накида. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 3 петли внизу. Заходим в четвертую и привязываемся столбиком без накида. В конце ряда 1 воздушная, пропускаем 1 петлю внизу, заходим в последнюю и привязываемся столбиком без накида. Мы с вами связали первый ряд. Начало следующего ряда 1 воздушная петля, но ее надо немножечко вытянуть. Смотрите на схему. Переворачиваем. Вы можете набрать 3 воздушные петли, которые заменят нам столбик с накидом. Но на схеме показано, что петельку надо немного вытянуть. Заходим в столбик без накида предыдущего ряда и провязываем столбик с накидом. 1. Это и есть начало второго ряда. На схеме второй ряд, который мы с вами сейчас связали, обозначен как первый. У нас есть арочки: большая, маленькая, большая, маленькая и так далее. В этом ряду мы работаем только с большими арочками, где было 5 воздушных петель. Заходим крючком под арочку и провязываем 7 столбиков с накидом из-под этой арочки. 3, 4, 5, 6, 7. Запоминаем. Связали в большую арочку 7 столбиков с накидом. Заходим под маленькую арочку из 3 воздушных петель и привязываемся столбиком без накида. У нас в этом образце осталось 3 большие
арочки из 5 воздушных петель. Делаем то же самое, что делали в начале. В каждую, в большую арочку мы провязываем 7 столбиков с накидом. Далее в одну маленькую из 3 мы провязываем столбик без накида. Заходим в большую арочку и провязываем 7 столбиков с накидом. 3, 4, 5, 6, 7. Мы уже это делали в первой арочке. Заходим под маленькую арочку и провязываем столбик без накида. И так до конца ряда. Провязав до конца ряда 7 столбиков с накидом в последнюю арочку, в конце ряда в столбик без накида предыдущего ряда мы провязываем столбик с накидом. Мы с вами связали. Давайте начнем как по схеме. Первый ряд. Он обозначен. Первый ряд. Мы с вами связали первый ряд. Предыдущие два ряда получаются от воздушной цепочки и ряд из воздушных петель. Это был подготовительный ряд. Мы с вами связали первый ряд. Начало второго ряда. 3 воздушные петли подъема плюс 2 петли по рисунку. Переворачиваем работу. У нас есть арочки, в которых связаны 7 столбиков с накидом. Мы отсчитываем третий столбик. В этом элементе нам нужен третий, четвертый и пятый столбик. Заходим в третий, провязываем столбик без накида, в четвертый и в пятый. Мы провязали 3 столбика без накида, 5 воздушных петель. Заходим в следующий элемент. Находим 3, 4, 5 столбик. И провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Провязали 5 воздушных петель. Заходим в следующий элемент, в третий столбик, и провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Провязали 5 воздушных петель. Заходим в следующий элемент, в третий столбик, и провязываем 3 столбика без накида. В конце ряда 2 воздушные петли в столбик с накидом предыдущего ряда. Мы провязываем столбик с накидом. 1. Мы с вами связали второй ряд. Начало третьего ряда. 1 воздушная петля подъема. Переворачиваем работу. Заходим в столбик с накидом предыдущего ряда и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. У нас есть в предыдущем ряду 3 столбика без накида. В этом ряду мы работаем только со вторым столбиком и в этих группах. Мы заходим во второй столбик без накида и вывязываем элемент 2 столбика с накидом из одной точки. Провязали 3 воздушные петли. Заходим под арочку. Между этими столбиками у нас есть арочки. Вот это называется арочка. Мы заходим под арочку и провязываем столбик без накида. 1. Привязали этот элемент. И у нас пошла волна. 3 воздушные петли.
Заходим во второй столбик без накида предыдущего ряда и вывязываем элемент столбик. Два столбика с накидом из одной точки. Провязали. Три воздушные петли. Заходим под арочку и провязываем столбик без накида. Три воздушные петли. Заходим во второй столбик без накида предыдущего ряда и вывязываем элемент. Два столбика с накидом из одной точки. Провязали. Три воздушные петли. Заходим под арочку и провязываем столбик без накида. Три воздушные петли. Заходим во второй столбик без накида. В следующем элементе провязываем элемент. Два столбика с накидом из одной точки. В конце ряда три воздушные петли. У нас в конце ряда есть такая воздушная цепочка из 5 воздушных петель. Нам надо крючком зайти, и мы увидим этот угол, в какую петлю нам надо провязать столбик с накидом. Для чего я это говорю и показываю? Да чтобы у нас был ровный край. Я его не тяну, он как есть, так и есть. Ровный край. Мы с вами связали третий ряд. Начало четвертого ряда. 3 воздушные петли подъема и 2 петли по рисунку. У нас опять создается этот угол. Вот такой же. Вот он. Переворачиваем работу. Заходим под первую арочку и провязываем столбик без накида. 1. 3 воздушные петли. Пропускаем элемент из 2 столбиков из одной точки. Заходим в следующую арочку и привязываемся столбиком без накида. У нас столбик без накида до элемента и после. 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Которые являются основой для большого элемента. 5 воздушных петель, в которые в следующем ряду мы будем провязывать 7 столбиков с накидом. Заходим в арочку до элемента галочка и провязываем столбик без накида. Затягиваем ниточку, чтобы он у нас красиво привязался. 3 воздушные петли. Пропускаем элемент галочка в предыдущем ряду и провязываем столбик без накида. 5 воздушных петель. Мы уже это провязывали. Вот только что. И у нас получается над столбиком без накида предыдущего ряда образовывается такая арочка. Мы заходим в следующую арочку и провязываем столбик без накида. После 5 воздушных петель нам надо провязать 3 воздушные петли. Зайти в арочку после элемента галочка и провязать столбик без накида. 5 воздушных петель. Заходим в следующую арочку и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Заходим в арочку после элемента галочка и провязываем столбик без накида. В конце ряда 2 воздушные петли и в столбик без накида, вот он у нас, мы провязываем столбик с накидом. Мы с вами связали четвертый ряд. Начало пятого ряда 3 воздушные петли подъема, которые в свою очередь мы знаем заменяют столбик с накидом. Переворачиваем работу. У нас есть арочка, в нее мы провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Мы провязали половину элемента. Если в предыдущем ряду у нас был сразу целый элемент, сейчас мы вяжем половинку элемента, так как узор в шахматном порядке. Заходим в маленькую арочку и провязываем столбик без накида. Заходим в большую арочку и провязываем 7 столбиков с накидом из одной арочки. 3, 4,
5 6 7. Провязали, заходим в маленькую арочку, провязываем столбик без накида. Заходим в большой элемент и провязываем 7 столбиков с накидом из одной точки. 2, 3, 4, 5, 6, 7. По ходу вязания у нас следующая арочка маленькая. Мы заходим в нее и провязываем столбик без накида. Заходим в большую арочку и вяжем 7 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Заходим в маленькую арочку и привязываемся столбиком без накида. В конце ряда у нас есть арочка. Мы 3 столбика с накидом вяжем в арочку. 2, 3. А четвертый столбик, последний, мы вяжем в третью петлю подъема. Мы с вами связали 5-й ряд. Начало 6-го ряда. 1 воздушная петля подъема, переворачиваем работу. В первый столбик мы провязываем столбик без накида. Во второй столбик мы провязываем столбик без накида. Это и есть начало 6-го ряда. Обратите внимание, у меня прямой край. 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Заходим в элемент и вяжем в третий столбик. Четвертый и в пятый столбики без накида. 1, 2, 3. Провязали. 5 воздушных петель. Заходим в следующий элемент. В третий столбик, четвертый и пятый провязываем столбики без накида. Провязали. 5 воздушных петель. Заходим в следующий элемент. 1, 2, 3. В третий, четвертый, пятый столбик мы провязываем 3 столбика без накида. Провязали. 5 воздушных петель. В конце ряда мы заходим в последний, в третий вот столбик, потому что у нас здесь половиночка элемента. И в первую петлю подъема мы провязываем еще один столбик без накида. Мы с вами связали 6-й ряд. Справа и слева у меня прямой край. Начало 7-го ряда. 3 воздушные петли подъема, переворачиваем работу. В основании воздушной цепочки мы провязываем столбик с накидом. 1. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Заходим в первую арочку, провязываем столбик без накида. 1. Прямой край. Никакие премудрости здесь не нужны. Здесь только нужно крючком поддевать, и там определяется угол, куда надо провязывать столбик. 3 воздушные петли. Заходим во второй столбик без накида предыдущего ряда и вывязываем элемент галочка. 2 столбика с накидом из одной точки. 3 воздушные петли. Заходим под арочку, провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Заходим во второй столбик без накида в предыдущем ряду и вывязываем элемент галочка. 2 столбика с накидом из одной точки. Провязали. 3 воздушные петли. Заходим в арочку, следующую по ходу вязания, и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Заходим в большой элемент во второй столбик, вывязываем элемент галочка. 2 столбика с накидом из одной точки. Провязали.
3 воздушные петли, заходим в арочку, провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли в конце ряда, столбик без накида предыдущего ряда, мы вывязываем 2 столбика с накидом из одной точки. 1, 2. Провязали. Мы с вами связали 7-й ряд. Начало 8-го ряда. 1 воздушная петля подъема. Переворачиваем работу. В первый столбик мы провязываем столбик без накида. 1. 1 воздушная. Заходим под арочку. Вот сюда. И провязываем столбик без накида. Прямой край. 5 воздушных петель. Пропускаем столбик без накида, заходим в следующую арочку и провязываем столбик без накида. И чередуем 3 воздушные петли, пропускаем элемент, галочку, заходим в арочку и провязываем столбик без накида. После 3 воздушных петель у нас 5. Заходим в арочку после столбика без накида и привязываемся столбиком без накида. 3 воздушные петли, пропускаем элемент из 2 столбиков с накидом из одной точки в арочку, провязываем столбик без накида. Теперь 5 воздушных петель, в арочку заходим, столбик без накида. 3 воздушные петли, заходим в арочку, столбик без накида. 5 воздушных петель, заходим в следующую арочку, столбик без накида. В конце ряда 1 воздушная и в первую петлю подъема столбик без накида. Мы с вами связали 8-й ряд. Следующий ряд будет первый по схеме. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Модельку, которую можно связать этим узором, я оставлю в конце видео. А всем пока-пока!